Организаторами захватывающего соревнования по мотокроссу традиционно выступили Московская областная федерация технических и военно-прикладных видов спорта, Видновское станичное казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Мы проводим мотокросс в честь Дня Победы. У нас сегодня более 100 участников с разных городов, в том числе и соседних областей. Уже не первый раз мы проводим такие здесь мероприятия. И сегодня будет, я думаю, зрелищная гонка, потому что погода нам внесла свои коррективы. Мотоспорт – один из самых экстремальных и зрелищных видов спорта, который из года в год набирает большую популярность у молодого поколения. А главной причиной его привлекательности, признаются спортсмены, несомненно, являются непередаваемые ощущения. Я испытываю чувство свободы. Это надо иметь очень большую силу воли. Мне понравился этот спорт, потому что тут сражаются сильнейшие. Постоянно бывают изменения, что есть борьба в этом спорте. Участие в мотогонках требует от спортсменов недюжинной физической силы, смелости, выносливости и хорошей концентрации внимания. Этот вид спорта, он не дает, нет времени для передышек, потому что заключается все с того, что за эти 10 минут плюс 2 круга нужно открыть газ со старта и до финиша оставаться в том темпе, а может быть даже и в более лучшем темпе финишировать и приехать. Самая сложность – это выдержать темп до конца гонки. Среди участников гонок были представительницы прекрасного пола. Соня Иванова призналась, что от таких соревнований она получает большое удовольствие. Как я пошла в первый раз в школу, так я и села на мотоцикл. Меня папа посадил. Мне понравилось тем, что папа ездит, и я тоже захотела. На протяжении всех состязаний спортсменов поддерживали зрители, которые неотрывно следили за захватывающими гонками. Очень интересно, на самом деле. Не думал, что здесь даже маленькие детки катаются. Думал, только взрослые. Вот поэтому очень динамично. В завершении мотокросса спортсменов торжественно поздравили с заслуженными результатами, а призеров наградили кубками и медалями. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.